Тут у колекції музею зберігаються костюми. Національні костюми зібрані зі всього Новоайдарського району. Тут є костюми українські, російські, лемківські. Всі вони датовані кінцем 19-го, початку 20-го століття. Як я вже сказала, співробітники музею дозволяють жінкам іноді відчути себе красунею 20-го століття. Отже, з чого ми починаємо одягати старовинний костюм? Починаємо одягати старовинний костюм з сорочки, бо сорочка є центральною, основною частиною костюму. Я на хвилиночку. Але я розумію, в такому вбранні жінка могла лише лягати спати, так, у цій сорочці, не більше. Але коли вона вставала зранку, що ще полагалося? Потім на рубашку одягали юбку. Вот. В русском селе, если мы говорим сейчас о Айдаре, такая юбка называлась алая. Вот. Очень модно было носить красные или коричневые юбки. Да, это ну, такая праздничная, в общем-то, юбка. Поворачивайтесь ко мне. Вот. Юбка одевалась так, что выглядывал немножечко край рубашки. И обратите внимание на вот эту вышивку, красно-синюю мережку. Это был оберег. Вот эта вышивка оберегала женщину от нечистой силы, от всевозможных болезней, от всякого зла. Здесь вышивка была, обратите внимание, на манжете. Ну, эта рубашка у нас, скажем так, не праздничная, хотя из конопляного полотна. Но вот эта вот мережечка, это тоже был оберег. Оберег вышивался по плечу. Если уж вышивка не праздничная, то только вышивалась вот на плече. И вот эти вот пухлыки, это называлось, вот эти складочки, пухлыки с маленькой, с тонюсенькой мережкой, это тоже был оберег. То есть женщина оберегалась от всякого зла везде. По горловине, по линии плеча, на манжете и по подолу юбки. Оберегалась со всех сторон. Так, юбка завязалась впереди на шнурочек. Так, завязываем. И обратите внимание, не у каждой хозяйки были деньги на дорогой наряд, то есть из хорошей ткани шилась вся юбка, а впереди могли быть вот такие вот вшитые кусочки. Вот не хватило этой ткани, она вшила красную ткань, но другую. Подешевше. Да, подешевше. Так, сверху на юбку одевался фартух. В Новой Айдаре это называлось завеска. Ну и завеска тоже расшивалась бумажными нитками крашенными, украшалась кружевом. Дальше, если это будничный вариант, мы одевали малоруску или гусарку, или душегрейку. Вот она, это накидной элемент одежды без пуговиц. Вот. Но опять же, вы видите, что красного цвета, тоже алая. Я зрозуміла, то червоний то був самий-самий колір, самий святковий. От така душегрейка або малоруска. Вона не застегувалась, вона просто набрасувалась. Поверх на жінку одягалось от таке украшення із бус стеклянних або янтарних, ну, в нашому випадку це стеклянні буси, називається це бузовки. От, одягаємо. Ленты тоже повязываются особым способом на бузовке. Вот. До самого момент прикрасилася бузовками. Да. А как с косметикой раньше? Ну, брови, кому Бог не дал такие, как у вас, те красили сажей. Но у вас все в порядке, вам не надо. Чтобы был румянец, если уж девушка была белокожей, то немножечко бурячком натирали. И губы немножко красили бурячком. Вот и вся косметика. Самое сложное в костюме новоайдарцев или гречищан, бахмутян, райгородцев, русских жителей, русских женщин, это был головной убор. Его было одевать очень сложно, поэтому он вышел в середине 19 века из употребления. И одевали его только, ну, в обрядовых целях. Может быть, это в церковь надо было идти, или это был большой праздник, или на свадьбу. Значит, на свадьбу головной убор девушки, невесте, одевала после венчания сваха и баба-повитуха.
При этом они пели «Повели, кукушечку, повели». Так что сейчас мы вас будем повивать, как в середине 19 века, айдарскую кукушечку. Я кто-то замуж. Да, я кто-то замуж, что уже повили. Вот, девушка пыталась несколько, три раза пыталась снять этот головной убор. Ну, потом она это смирялась со своей. Так, это, ну, конечно, это все было для виду. Она же выходила замуж по любви, правильно? Вот, поэтому сейчас мы будем повивать кукушечку. Сначала одевался под затыльник. Одевается на девушку парчевый подзатыльничек. Он закрывал косу. Так, вы придерживайте. Головной убор очень тугой, очень плотный. Еще дня, сама же не одягнешь. Не-не-не, сама женщина не одевала головной убор. Тут нужна была помощница. Значит, все это делалось для того, чтобы закрыть волосы. Повели кукушечку, вот так вот. Поверх подзатыльня мы одеваем кокошник. Вот посмотрите, как изготовлен кокошник. Он прошит из множества слоев полотна вручную. А стоил он всего около рубля. Держал он форму головного убора. Ну, мы немножко упростим. Волосы убираем сюда. Вот. Видите, волосы убраны полностью. А ну-ка, поворачивайтесь. Я сказала, что дівчина перед весіллям там три рази відмовлялася, ніби так образувала, сказала, що жінки виходили заміж за власним бажанням, за коханням. То да. Дійсно так було? Да. Да. В наших селах жінка виходила, в общем-то, по желанию. Ну, как бы она говорила, что як батько і мати. После кички жінка одевала кокошник или бархатник. Вот такой вот. Бархатник было одевать очень сложно. Тут нужна была помощь. Тут и ложка его заправляли. Обычно одевали его вдвоем. Я так. Розумію, таке носити взимку. Ні. Не буде холодно. А влітку як з таким ти головним прибором, як сказала, як походити з ним? Ну от поэтому он і вийшов із употребления в середині 19 века і був замінен платком. Но ми не будемо його одівати уже ж так, як одевали. Да уж, будь ласка, так. Одевали айдарские красавицы. Так, ну а дальше шла оправа. Платок. Платок этот был привозной, турецкий, шелковый. Именно в головном уборе это была уже оправа. Там весь головной убор назывался оправа. И когда женщину одевали в этот убор, это называлось оправить женщину. Последний элемент это платок. Значит, его нужно было одеть так, чтобы бахрома выглядывала. Последний момент – это повязывание платка. Это головной убор праздничный. С середины 19 века это праздничный головной убор оправа. Вот мы повели кукушечку, оправили ее. И последнее – это цветки. Женский головной убор украшался картоновыми цветками, обшитыми шелком, с павлиньими перьями. Этот элемент головного убора вообще уникальный. Он у нас сохранился в единственном экземпляре в Новоайдарском районе. Мы его просто случайно обнаружили. Для нас это была невозможная радость и счастье. Просто из пожарища его вынули. Человек, у которого хранилось это все, похоронил своего дядю, хозяина этих вещей. А потом взял, вынес эти вещи и сжег посреди двора. Это выхватила соседка и передала нам. Цветки для нас это было вообще, я не знаю, такая находка, что ну просто это уникальные вещи. Ну вот такой примерно вид имел головной убор праздничный в середине 19-го, начало 20 века. В таких головных уборах невеста была после венчания на свадьбе. Ну а свадьба праздновалась до недели. То есть этот головной убор она носила целую неделю с утра до вечера. Вот так вот. Дуже красиво, правда? Єдине, що хочу сказати, рухати головою доволі таки важко. Але костюм дуже красивий, настрій піднявся і знімати його зовсім не хочеться. Мені залишилося лише сказати, якби я насправді жила у 19 сторіччі і виходила б заміж у такому вбранні, то мій чоловік виглядав би саме так.